Самая ядовитая змея Индии. Он умер через 10 секунд после укуса. Поистине, тот, кто роет другому яму, сам в нее попадет. Засадим это существо в его логово, а затем позаботимся о надежном пристанище для мисс Стонер и дадим знать о случившемся местной полиции. Холмс осторожно взял плетку с колен мертвеца, накинул петлю на шею змеи, он снял гадюку с головы Ройлота и, держа палку на вытянутой руке, бросил змею в сейф, который моментально захлопнул. Так умер доктор Грисби Ройлот из Стокморена. Утренним поездом мы отвезли мисс Тонер к тетке. Официальное следствие установило, что доктор погиб из-за неосторожного обращения с гадюкой. Остальное мне рассказал Шерлок Холмс на обратном пути из Стокморена. Я пришел было к совсем ложному выводу. Видите, дорогой Ватсон, как опасно строить гипотезы, не имея достаточных данных. Присутствие цыган возле дома и слово «лента», сказанное несчастной девушкой, навели меня на ложный след. Очевидно, когда она зажгла спичку, она успела разглядеть что-то пестрое и приняла это за ленту. Но я отказался от своего предположения, когда убедился, что обитателю средней комнаты опасность не может угрожать ни со стороны окна, ни со стороны двери. Вентилятор и шнур звонка сразу же привлекли мое внимание. Обнаружив, что звонок не звонит, а кровать привинчена к полу, я заподозрил, что шнур служит мостиком для чего-то, что проходит через вентилятор и попадает на кровать. Мне сразу же пришла в голову мысль о змее. Я вспомнил, что доктор привез из Индии всяких зверей и гадов. Мысль использовать яд, недоступный химическому анализу, легко могла родиться в мозгу такого умного и бессердечного человека, долго жившего на Востоке. Быстрота действия яда гадюки представляла большое преимущество. Только очень проницательный следователь мог бы заметить две маленькие черные точки на месте укуса. Потом я вспомнил свист. Конечно, Ройла должен был звать змею назад до рассвета, чтобы ее не увидели. Вероятно, он приучил ее возвращаться по зову, давая ей молоко. Он выпускал змею через вентилятор и был уверен, что она спустится по шнуру на кровать. Змея могла укусить или не укусить девушку, но раньше или позже мисс Стонер должна была погибнуть. Я пришел к этим выводам еще раньше, чем вошел в комнату Ройлота. Осмотрев его стул, я убедился, что он часто становится на него. Очевидно, с целью достать до вентилятора. Шкаф, блюдечко с молоком и плетка с петлей окончательно убедили меня в моем предположении. Металлический звук, который слышала мисс Стонер, очевидно, раздавался в момент, когда отчим захлопнул дверцу своего шкафа. Придя к этим выводам, я принял меры, чтобы убедиться в их правильности. Когда я услышал шипение змеи, я зажег спичку и напал на нее. И прогнали ее обратно через вентилятор? Да. И кроме того, я заставил ее напасть на своего хозяина. Удары моей трости привели ее в ярость, и она бросилась на первого попавшегося ей человека. Таким образом, я косвенно виноват в смерти доктора Ройлота. Но не скажу, чтобы я испытывал угрызения совести. Вот и закончилась третья записка о Шерлоке Холмсе Конана Дойля. Что же будет дальше, узнаем с вами буквально завтра. Благодарю вас за просмотр, мои дорогие, и до новых встреч. Пока!